Всем привет! Здорово! И у нас сегодня продолжение. Не заставило себя долго ждать. Ну, по крайней мере, для наших спонсоров. Так. Что самое главное. Вот, если на Ютубе смотрите, знаете, спонсоры уже точно смотрят финал. Потому что рассказик небольшой, короткий, но интересный. Сегодня вторая часть. Пленники ВА. Как они там вырваться будут? Джастина Вулли, да. Напомню, немножко, вдруг давно смотрели первую часть. Кто же знает-то, да, что у нас планету захватили орки. Первый и единственный, в общем-то, их полк Astra Militarum ничего сделать не смог по причине тупости командования. План был негодный. Атаковать орков в зоне высадки было в корне неверной затеей. Да. И сейчас у нас где-то около 300 гвардейцев томятся в застенках. Орки возвели специальный концлагерь для них, трудовой, где они отрабатывают, скажем так, паёк из сквиговых ножек, постройка огромного идола орочьего. Ну, план, конечно, непонятный, но сейчас мы узнаем, для чего. И орки, конечно же, всячески истязаются над ними. Тут, конечно, прям всех, кто историю изучают, флэшбэки в полный рост, как вон там, не знаю, японцы, можешь, Китай там концлагеря возводили. Ну, или вообще. Неприятные места. Не к ночи будь помянуты, ребята, да, из Европы. Но мы про это не будем, про грустный мышь, про Вархаммер. И получается у нас что? Все, в общем-то, хорошо. Для орков хорошо, конечно. Не для наших бравых ребят, потому что вот только что устроили показательную порку. 10 человек заморили в яме смерти. И понятно, что у орков свое понятие вообще о справедливости, достоинстве и наказаниях за... Так его же не наказали даже, по сути. Да. Ему же честь оказали. Дерись с классным пацаном. Дерись с классным пацаном. Вот подрался. Ну и наш герой, Маркус Ван Винен, старший сержант, ветеран-сержант. Единственный, видимо, кто знает, что делать, понял, что, блин, без него ребята не справятся. Тут еще вывели на чистую воду лейтенанта труса и предателя, за что ему орки руки оторвали. И Ван Винен, да, решил, что возьму дело в свои руки. Буду организовывать побег. И нам сразу рассказывают, что 6 недель прошло с момента всей этой движухи. Они вот 6 недель продолжается их рабство у зеленокожих. Ну и сейчас хотя бы все сосредоточились на цели. Вот. И ни в коем случае Ван Вину думать нельзя впадать в уныние. Надо продолжать как бы действовать, потому что иначе, ну, блин, император же смотрит на нас, на своих бравых солдат, и он не может бросить этих людей, да, которые... Империум их бросил, а если уж он их бросит, сейчас сядет в уголок и заплачет, то они как бы точно падут духом. Ну и сейчас, значит, они занимаются тем, что, прогуливаясь по дворику, по вот этому, где идет постройка замечательного идола, из своих карманов вытряхают землю. Помнишь, в «Побеге Шоушенка» Энди Дюфрейн ходил по двору и тряс, значит, камни? Вот примерно этим же занимается вся толпа живущих в пятом бараке. Ну и все остальные, в общем, тоже стараются особо не отсвечивать. Но тут Ван Винен, он, конечно, переоценил немножко орков. Он думал сначала, что так, мы будем рыть подкоп. Нам нужно куда-то девать вырытую землю. Мы будем пришивать под одеждой мешочки и тихонечко их, значит, вытряхивать, пока орки не видят. Но орки не смотрят на них вообще. И, в принципе, ты можешь просто набрать карман земли и ходить их вытряхать, как бы, ну, во дворе орки особо не смотрят. Чё ты там колупаешься в своих карманцах? Вот, они настолько ненаблюдательны, что реально можно там эту грязь вывалить, распинать ее и пойти, в общем, по своим делам. Что проще? Ну, работа все равно утомительная, потому что один человек с двумя карманами не может много земли, естественно, в них перенести. Даже если очень постарается. Но сейчас, в общем-то, учитывая, что все гвардейцы, которые у них в казарме находятся, вступили в дело, а там, я напоминаю, где-то у них там человек 30, ну, может, чуть побольше, они вполне себе справляются. После драки в яме, когда вот эта вся заваруха решилась, Ван Винен, в общем-то, разработал план и объяснил всем, что окей, ребята, это все, конечно, будет непросто, но вы же видите, мины, колючка, орки на вышках, поэтому у нас единственный шанс сделать подкоп, прокопать, собственно говоря, себе дорогу, а это, я напоминаю, это не тюрьма, по сути, это склады, то есть там залитый цементом пол, его нужно продолбить, сделать подкоп,
как он рассчитал, что типа 3 метра в глубину, 80 метров по прямой в сторону леса, как раз 3 метра должно хватить, чтобы мины не сработали, которые закопаны на поверхности вдоль колючки. И 80 метров в сторону леса, в общем-то, по прямой, и потом на поверхность, и можно, в общем, в лес нырнуть. А потом огородами-огородами 10 миль до соседнего города, где, скорее всего, все-таки имперские войска еще как-то держатся. Ну, потому что в городе, наверное, так проще. А их, напоминаю, захватили, потому что они защищали Прометьевый завод. Их вот рота защищала Прометьевый завод, рядом с которым все это и происходит. Этот завод уже наполовину орки разобрали на запчасти. Ну, им хватает, видимо, того, что есть, а все внешку они разобрали, чтобы этого идола дальше конструировать. Ну и смысл в чем? Они, значит, разжились инструментом. Благо, опять же, орки за инвентарем не следят вообще. Кто унес плоскогубцы, кто этот самый, как называется, молоток, кто стамеску. Ну, в общем, что было? Ван Винен умудрился утащить аккумуляторную пилу дисковую. Ну, типа вот эту, которая, знаешь, там... Ну, да, здоровую болгарку. Для чего нужна была болгарка? Чтобы вырезать кусок бетона, из, ну, ракрита из пола, и дальше уже выкапывать, ну, уже грунт. Вот, они думали, что, ну, бля, представляешь, в камере, там, насчет болгаркой что-то пилить. Но орки — это такие ребята, у которых ведут активный очень ночной образ жизни. Они ночью пьют, дерутся, шумят, стреляют, ловят сквигов. И поэтому, в принципе, он даже вот в 4 приема, в какую-то очень шумную, веселую, видимо, пятничную ночь, блок там метр на метр выпилил, собственно говоря, под одной из коек. То есть они как сделали, что в углу, собственно говоря, чтобы койкой можно было это накрыть, они выпилили кусок пола и начали копать. Опять же, чем? Подручным материалом. Из, опять же, у них там, по сути... Ну, продвинутая мастерская, наверное, нет, но инструментов до хера, как в гараже у бати. Ну, понятно. Вот. И они себе там сделали каких-то скребков, лопат из листов стали, просто напилили там каких-то совков. И, в общем, более-менее можно даже было справиться. Возведение этого идола идет полным ходом, собственно, да. Уже голова там такая угловатая. Он получился размером где-то у них там с, ну, чуть выше Вархаунда. Метров 30 такой, типа, парень. Вот, угловатая голова. Причем они даже не просто... Он очень... А зачем они, типа, сделали в голове пустоту? Поставили туда трон зачем-то, на каким-то хером. Руки они в итоге ему вверх не сделали, а сделали еще подвесы под нижние руки. Удивительно. Чё ж они там оставили трон? Вот. Собственно, в какой-то момент времени они находятся там, типа, на работах, что-то ковыряют там, убирают, таскают металлолом от этого идола туда-обратно. И сверху, значит, этот высовывается... Мег, Биг Мег, Рукос, который. И, значит, орёшь, что типа, парни, давай, хе-хей, босса зовите, ща, говорит, запустим. Типа, чего? И тут орки побежали в сторону, а там у них, короче, как такой, типа, бункер, ну, видимо, был подземный какой-то, типа, убежище, подвал. И непонятно, что там, в общем-то, было. А тут орки раз-раз-раз в этот бункер забираются. Двое, значит, стоят у входа с ружьями на изготовку, с шутами. И тут, значит, 4 орка на цепях оттуда вытаскивают пятого. С замотанного цепями такого чувака, как в смирительной рубашке. Ну, вот. И цепи у него как бы обернуты вокруг него раз 20. Там, описано, как клубок цепей. Они его, значит, тащат, а он орет. Это орк. Вот. Он, в общем-то, ну, ничего не может сделать. Он так вот бьется там в этих цепях. Весь он в лохмотьях. Вот. Это вердак, судя по всему. Да, потому что на голове у него какой-то проволочный шлем, завязанный под подбородком, который, видимо, блокирует его силы. Причем у него там в несколько прям пряжек примотан еще изолентой сверху, чтобы не отвалился для надежности. Вот. И да, Ван Винен понимает, что он тащит вертбоя, чудилу как раз. И этот орк, значит, орёт, что моя голова, я сейчас взорвусь, ребята, что же вы творите-то? Снимите, говорит, эту штуку. А этот, ну, как бы, шапка, которая у него надета, она блокирует, видимо, извержение его сил. И он, как бы, переполняется этими силами. Вот. А рука скричит, давайте быстрей, тащите этого зоганого гадину сюда. Сейчас мы, говорит, повеселимся, подключу его, чтобы не было, как в прошлый раз-то. Вот. И, значит, Ван Винен понимает, что как бы это не просто чудило, но он там типа делает выводы, что это псайкер-орк. Потому что он когда-то с псайкерами-то рядом сражался, с имперскими санкционированными, который там ходил, как Палпатин, молниями хуячил врагов. Вот. И, значит, создавал там вихри на поле боя, ураганы. А этот, ну, понимаешь, это, короче, вертбой, и он дикий. Если его из цепей
расковать, то он тут устроит вообще полный шандарах и все такое прочее. Потому что псайкерство, которое от бога императора, оно хорошее. Орков, естественно, плохое. И, значит, эти орки подтаскивают его, этого парня, к истукану. А там, ну, леса такие наверх поднимаются. И, значит, его берут. И под Coffin Dance, судя по всему, вчетвером его начинают поднимать наверх, приплясывая. Поднимают его наверх, в эту голову. Сажают в кресло, прикручивают там его цепями, опять же, к этому креслу. Гроты там подключают какие-то провода к его голове и прочим местам. И рука с такой «Ура!» дергает какой-то большой рычаг, и башка начинает закрываться. Mm-hmm. Ну, она там открыта, начинает кабина закрываться. Все разбегаются. И с интересом смотрят, что же сейчас, блядь, будет-то такое? Вот, когда все спустились, выходит босс из своего, значит, загончика. Причем видно, что он очень доволен происходящим. И, значит, этот хэдбаш, головолом, он говорит, что «Рукас, ну давай же, когда же, говорит, ты...» Там он там говорит «Опенинг», типа «начало», ну, типа «опенинг», там, искаженное, да, что «давай, типа, начинайте, начинайте, хочу, говорит, посмотреть». Вот. А тот ему говорит, да, мы, говорит, уже привязали вертбоя-то куда надо, ща, говорит, бахнем. Тут такой, типа, «бахните, как положено». Босс, не извольте сомневаться, сейчас так бахнем, что все охренеют. Мигбой дергает там еще один рубильник, и в итоге, видимо, отключается защитное поле этого шлема, и энергия вертбоя выстреливает прямиком из этой башки в небо, в открытый космос. Зеленый луч устремляется прямо куда-то в бесконечность. Вот. И, значит, орки начинают чувствовать это все тоже такие, как же классно-то. И все, значит, смотрят на это очень весело, потому что это идол начинает светиться вот этим зеленым светом, вертбой там, видимо, орет, энергия, молнии начинают зеленые бить из этой головы. Вот. И, собственно говоря, Рукас какой, ха-ха-ха, вот какой я молодец-то, как здорово вот я сделал. Да, работает, я же говорил, говорит, босс, работает. И знаете, я могу еще больше, типа, усилить эти выбросы. Варбосс такой, да-да-да, ты гений. Как Кодзима практически, да, что дальше-то? А Рукасом говорит, так а что дальше, будем ждать? Я, говорит, посылаю, типа, очень мощный сфокусированный сигнал прямиком в бесконечность. На него отзовутся все, говорит, бойзы в окрестностях. И пока мы их ждем, начинаем вторую стадию. Эдбаша, ну, головолом такой, а какая еще вторая стадия? Он говорит, ну, вы же видите, мы построили такого идола. Сейчас мы на него навесим брони, подключим гидравлику, зафигачим ему в жопу двигательную установку и заставим ходить. У нас будет отличнейший гаргант. Ну и как бы люди, Иван Винн понимает, что они не просто построили как бы изваяние, они построили каркас для гарганта. Понятно. Вот. И по сути он понимает, что это будет гигантская машина войны, как Титан. Это баш такой. Ну, крут гаргант, это хорошо. Ну, а дальше-то что? А говорит, дальше, Рукас ему говорит, мы ему это, системы вооружения установим. Ты такой, что это? А потом такой, Дака! Он такой, Дака! Типа, ну, конечно, он не понимает системы вооружения, он понимает только, в общем-то, одно. Большая говорит, пуляла. Столько будет у этого гарганта Даки, что вам, босс, точно понравится. Ну и как бы гвардейцы на все это смотрят, комиссарша подходит к Ван Вину, ну и говорит, ты понимаешь, что творится? Он говорит, да, надо копать, сука, быстрее, валить отсюда нахер. Ну и, значит, они решают, что... Раз орки тут не особо следят, они, по сути, ну, их только на ночь запирают в казармах, а утром выпускают. И люди там в остальное время, они предоставлены уже сами себе, выполняют какую-то работу, но на самом деле там никто за ними толком-то и не следит. Ну, понятно. И Ван Винн с комиссаршей, они решают, что будем копать и днем тоже. То есть оставлять какое-то количество людей и копать тоже. Разбираем все кровати. Делаем из них, ну, как бы, внутри туннеля этого распорки. То есть они не копают там гигантские туннели, они копают, типа, там, как эти вьетконговские туннели, чтобы человек мог пролезть банально, да. И, значит, вытаскивают на сетках, ну, решетчатых этих кроватей, оттуда почву, ее выносят и, собственно говоря, роют. Вырыли 30 метров туннеля, значит, в эту сторону, но устанавливали туда деревянные опоры. И, значит, в какой-то момент, когда комиссар там что-то как раз проверяла ход работ, опоры подломились и обвалились. Комиссар такая, бля, люди же там, значит, схватила саперную лопатку, которая там непонятно откуда, залезла в туннель, откопала трех солдат, одного мертвого. Вот, и, в общем-то, понятно, что очень опасно это дельце.
вообще копать. Безусловно. Потому что туннель может в любой момент обвалиться, орки там бегают, прыгают, а эти распорки из старых кроватей, они не особо могут что-то усилить. Ну и понятно, что, да, похоронили они человека, которого завалило, и решают, что как бы надо использовать больше материалов. Где взять больше материалов? В других бараках. Как с другим бараком можно попросить, типа, ребята, дайте нам своих кроватей. Для чего? Ну, как бы никак. Единственное, посвятить их в план. В итоге они решают сделать что? Со всеми заключенными обсудить это все. И совместными усилиями выкопать целую сеть туннелей, свести их в один, все материалы использовать для укрепления, потом убежать все вместе. Кого-то, естественно, в процессе работ, скорее всего, завалит, но это будет жертва императору. Что поделать-то, в конце концов? Как бы мягкость здесь уже не поможет никакая. Жалко, конечно, людей, но придется быть, типа, hard, типа, твердыми, как там заключают, что, ну, нельзя, в общем, поддаваться ни скорби, ни панике. Ну и продолжайте, ребята, копать, в общем, говорит она. Все, конечно, понимают, что, блин, зеленокожие сделают этого Гарганта в любом случае. Помогай ты им, не помогай. Поэтому нужно как бы сохранять себе как можно дольше функциональность. Вот. Ну и, значит, через два дня, когда все это, они, светит, этот орк посветился, в итоге сдох, видимо, там вертбой, через два дня приезжает 10 грузовиков орочих. Два привозят какие-то странные штуки. 8, значит, едут друг за другом, и на них гигантская пушка лежит. Значит, это огромные, короче, ну, там, условно говоря, по 4 везут 2 ствола. Угу. Привозят 2 гигантские пушки. Где они их скрафтили, хрен знает. Но, в общем, все понятно, говорит Ван Винен комиссару. Они сейчас не просто, да, сделают из этого передатчика, а сделают из этого Гарганта с пушками, и у нас тут будет орочий титан ходить. Поэтому мы, говорит, точно, сука, точно должны сбежать. Чтобы рассказать всем, что, бля, ребята, здесь, на этой планете, собирается ВАХ. То есть фишка-то какая, что это отправная точка, ну, понятно, всего ВАХа. То есть здесь вот начинает зарождаться большой ВАХ. И вот этот вот передатчик, он явно отправляет сигнал. Ну и действительно, да, пока они разговаривают, действительно, в итоге сигнал сработал. То есть в небе начинает грохотать, яркое сияние, и в атмосферу входит орочий киллкружер. Здоровенный, гигантский, ревущий корабль, и падает где-то неподалеку от Прометеева. Ну как падает? Приземляется по орочи, приземляется. Вот, причем он в длину как бы 2 мили. То есть это как бы, ну, киллкрузер здоровый, то есть это здоровый крейсер. А орки как они? Ну, типа, мы же не умеем на орбиту выходить, по факту. Поэтому приземлимся прямо на планету. Это бывший имперский корабль, но залутанный орками по самое не могу. Там у него впереди такой огромный орочий череп на нем, значит, зубастый. Пушки, броня. И, значит, когда выходит головолом этот босс посмотреть, он такой: о-хо-хо! Это же, говорит, крузер этих, ну, как бы, смерточерепов. Да, скалбойзов, типа, парней смерточерепов, говорят, прилетели для меня, для моего ВАХ. Ну, орки, короче, запеленговали его сигнал. Ну, понятно, да. И теперь начинают здесь, ну, там большой зеленый луч, блин, собираться, да. Вот, грохнулся, значит, этот корабль. Ну, и, в общем, все понимают, что небольшое вот это вторжение орков на эту планету, оно, по сути, ну, могло бы и закончиться, если бы, типа, не мозговитый босс устроил себе, как бы, сбор. И сейчас это может действительно начаться полномасштабная угроза. Ну и Ван Винен комиссарик говорит, да, что у нас, в общем-то, осталось-то времени, пару недель всего, потому что как только они Гарганта закончат, соберется тут гигантский ВАХ, и, во-первых, они отправятся захватывать остальные миры. Ну и, опять же, вариантов-то не то чтобы много. Поэтому давайте быстрее копать туннели и будем уже с другими бараками договариваться, чтобы они быстрее тоже перемещали материалы. Ну и в итоге они, значит, там ускоряются и еще неделю выкопали там целую сеть туннелей и прокопались на 100 метров за забор, собственно говоря. За эти 7 дней еще пару кораблей прилетело. Вот. Один был, типа, небольшой, тоже крейсер, который даже умудрился изысканно приземлиться. Видимо, там хороший капитан у него был. Ну, он был небольшой, меньше вот этого крузера, страйк-крузера орочьего. А еще один это был просто гигантский астероид. Ну, типа орочья скала, рок, который просто грохнулся. И через два дня все орки оттуда пришли сюда и разбили неподалеку от места постройки здоровенный лагерь. Ну и, конечно, все восторгаются
будущим гаргантом. Всем это очень нравится, орки на это все смотрят. Они как паломники туда застекаются теперь со всех мест этой планеты. Вот. И Варбос Эдбаша, единственное, что он их отгоняет, он не позволяет им в лагерь заходить и на пленных смотреть. И вообще, как бы он пленных не разрешает никому трогать, он очень, типа, сильно за них переживает на самом деле. Орки такие, ну, типа, мы, конечно, с удовольствием бы поубивали людишек, потому что планета, по сути, ну, она не очень заселена была, и других людишек тут, судя по всему, не очень много. А они еще не хотят, типа, сваливать отсюда, потому что идола строят, вах, начнется, зачем? Ну, они такие, ну, нельзя убивать людишек, мы будем между собой драться. И они там развлекаются тем, что друг друга гоняют, устраивают, значит, между кланами всякие стычки и прочее. Гарганту, значит, видимо, прилетела еще парочка вертбоев, их туда тоже оперативно запихнули, подсветили еще несколько раз, значит, небо. И работы уже, по сути, идут внутри машины, там начинают протягивать гидравлику, провода, электрику, какие-то поршни гигантские там поставили, ну, чтобы он мог там руки-ноги волохать, и, судя по всему, уже скоро начнутся испытания, потому что в голове уже вытащили, значит, оттуда все эти приблуды, когда всех вертбоев истратили, и стали обустраивать, типа, рубку двигательную, да, там. И Ван Вин, он такой, да, ладно. В общем, короче, дело-то дрянь, ребята, поэтому назначаю на следующую ночь, типа, через день побег. Все ускоряемся, докапываем свои туннельчики, ну, соединяемся с общим туннелем, и, значит, будем на следующую ночь валить отсюда нахрен маленькими партиями, по моему приказу. Ну, в общем, он там говорит, я вам все расскажу, будьте готовы, типа, ждите моего сигнала. Вот, ну, и, значит, он стоит во дворе, думает, что да, свалим. И тут к нему подходит Рукос, Мек. И, значит, смотрит на него так недобро. Ван Вин, он удивляется, потому что Мек никогда с ним не разговаривал. Вот, и он такой думает, а что это он пялится-то на меня? А Мек такой, ты, ну-ка, иди сюда. Ты у них, у людишек-то что-то вроде ноба. Тут такой, я, этот, старший сержант Маркус Ван Вин, он первая пехотная, первый пехотный артаурский полк, первая рота. Тот такой смотрит на него, смотрит, не понял, наверное, ни хрена. Такой, да, длинное имечко у тебя. Послушай-ка меня, людишка Ноб, Ван Вин, он как тебя там. Я знаю, что вы подлые людишки, что-то замышляете. Остальные, они же типа тупые, да, и не видят, а я-то умный. Я вижу, что вы в грязи-то копошитесь. Что вы таскаете грязь-то в карманцах? Тот такой, говорит, а, попался, людишка. Думаешь, ты самый умный-то здесь-то? Я-то поумнее тебя. Вот, я же построил эту штуку-то. О, говорит, на самом деле, это мое же творение. Ну, Ван Вин, он ему говорит, вообще-то это людишки мы построили. Он такой, ну, я имею в виду, что я все это придумал. Да, он там сам, может, две гайки закрутил. Тот такой, ну, да, наверное, но вам не кажется, что он маловат? Он такой, в смысле маловат? Ну, не знаю. Я лично, говорит, думал, что он будет на гораздо больше, что будет больше пушек. Тот такой, да ты ничего не понимаешь. Говорит, я вообще-то над тобой наблюдаю. И я мог бы Варбосу рассказать, что вы тут замышляете, а потом Варбос бы отправился искать ваши туннельчики. Тут такой, ты же не будешь этого делать? Сука, тебе лучше встать и идти работать, юдишка Ноб. Ты и твои дружки должны закончить моего гарганта, прежде чем свалите отсюда. И уходит. Ван Вин, он такой, думает, что это было вообще такое? Либо Мегбой действительно слишком умный, либо у него какой-то cunning plan. Типа, хитрый план, судя по всему, есть, да? Потому что, видимо, что он как-то его использует, и он пока не понимает, как. То есть, действительно, Мегбой, он очень какой-то, видимо, прошаренный чувак, и он целый день думал об этом. И ожидал, что сейчас прибегут орочи стражники, ему руки вырвут. Так. Ну, что он ему сдаст. А в итоге нет. В итоге нет, действительно. Он думает, может, нас Мегбой-то действительно провоцирует. Типа, мы вот ночью убежим. Они нас переловят, и либо мы убежим, и что-то он для себя как бы из этого хочет извлечь. Да, то есть почему он сказал, что типа сваливайте. Ну, тем не менее, день заканчивается, и он как бы, да, всем потихонечку нам перед тем, как отходить ко сну, передает, что вечером мы типа валим. Все, ждать больше нельзя, а то тут действительно вах соберется, и потом передавай сообщение, не передавай,
ничего хорошего из этого не получится. Ну и, значит, что они придумали? Выкопаться на опушку леса, в принципе, да, потому что можно было бы еще прокопать 20 метров и в лесу вылезать, но у них тупо нет времени уже этого делать. Вот, выкопаться на опушку леса. Там, значит, смысл какой? Они выкопали там, ну, условно, яму. Сверху еще пока земля, то есть они еще наверх не продалбливались. Вот. В этой яме может одновременно находиться типа, человек 10. Они, значит, раскапывают землю, она типа обваливается, ставят две лестницы, на одну вылезает типа дозорный, и когда типа никого нет, он, значит, партиями по 15 человек, типа людей, отправляет с интервалом 20 минут в лес, чтобы они убегали. Типа группа уходит, если никого нет, ничего не заметили. Через 20 минут новая группа, значит, выходит. Вот. И, в общем, надеется, что в темноте орки их не увидят. Потому что орки особо-то никуда и не смотрят-то, в общем, свыше своих. Ну и, значит, подготовили они такой план, всех разбили на группы. Ну и Ван Вин говорит, я только единственное, что он думал, что будет уходить последним, думает, свалю в самом конце. А в итоге решает, что, наверное, лучше я первый пойду наблюдателем. Угу. И буду на лесенке стоять и типа смотреть, как все уходят. Потом, если все хорошо, поменяюсь и буду уже ждать, когда все убегут. Ну и, значит, они выходят, ставят две эти лестницы, все, раскопали эту дырку, вот, вывели туннель на поверхность, все, укрепили и, значит, готовятся. Да, что первая группа беглецов уже типа, собралась. И, значит, Ван Вин говорит, что вот сейчас я вам дам сигнал, вы по лестнице, 20 метров до леса и туда, в общем, прячетесь. Луны нет, темно. Император защищает, говорит. Emperor protects. Ну и он, значит, смотрит с этой лестницы. В первой группе идет комиссар как раз. Так. Она, чтобы, значит, прямиком до города втопить как следует. Ван Винен смотрит. Ничего нет. Тихо. Ну, как бы ни охранников, у ограды все типа тихо. Ну и, значит, он типа раз-раз там типа говорит, давайте. И, значит, 15 человек с комиссаром, они убегают типа в лес. Ну, значит, ждет какое-то время. Слышит, типа, кто-то идет. Она, значит, патрулирует по кругу, видимо, ходит два орка. Вот. И они идут и между собой ругаются. Прямо они идут типа с баклажками грибного пива. И попивают еще вдобавок. Вот. И там тоже очень прикольно, типа беседа. Они беседуют между собой. Что, да, как бы когда-нибудь я, говорит, стану своим, ну, как бы варбосом. Тут говорит, да что ты гонишь? Ты не станешь варбосом. Говорит, вот увидишь, стану. Вот, говорит, в следующий раз, как в яму полезут, типа, драться. Я, говорит, брошу вызов, типа, головобою. Вот, покажу всем, что самый крутой. Тут говорит, ну вот когда бросишь вызов, тогда и посмотрим. Вот. И вообще, говорит, пивко-то мне подкинь, а то мое кончилось. Говорит, слишком ты много хвастаешься. И они, значит, так бум-бум-бум мимо проходят. Они, короче, ходят по кругу с интервалом, например, раз в час, судя по всему. Это у них, типа, внешнее наблюдение у орков. Вечерний променад, скорее. Да, не, ну они, на самом деле, типа, действительно, типа, как патрулируют, но попивая пивко и не особо смотря по сторонам. Ну и, значит, Ван Вин посмотрел, они прошли мимо. Вот. Он, значит, начинает спускаться, чтобы следующую группу привести. И нижняя перекладина лестницы у него ломается. Орки такие, типа, насторожились. Типа, что ты? Что это такое? Типа, ты слышал? Он говорит, да нет, ничего я, говорит, не слышал. Ты мне пивко так и не дал. И, значит, забирают они пивко и уходят. Он такой, пронесло. Давай, значит, следующих гвардейцев подогнал. Хоп, а следующий отряд вылез. Еще время прошло, еще один отряд. Значит, три группы они так отправили в итоге. А перерыв между как бы группами как раз час, ну, 20 минут. И, значит, три группы, это примерно час и прошел. Ван Вин он стоит уже, типа такой, все нормально. Подзывает капрала, что типа смени меня. Я пойду дальше там смотреть, как бы все там тихо было. А ты здесь командуй, типа, все нормально. Ну, а судя по всему, как раз орки сделали большой круг. И возвращаются, собственно говоря. Вот. Беда в том, что они возвращаются уже довольно пьяные. Потому что пиво они накидались довольно как бы сильно. И продолжают беседовать, что как бы уже другая тема у них. Что я вообще-то буду водителем Гарганта. Тут говорят, куда хватил-то? Это типа мигбои Гаргантов водят. А ты много чего захотел. Говорит, а ты, говорит, этот, ну типа гиц. Типа мерзавец. Он говорит, а ты сам, говорит, мерзавец. Говорит, ах, я, говорит, мерзавец. Да я, говорит, тебя сейчас как дам тебе. Вот. А ты, говорит, иди-ка ты в ЗОГ. Ну, они там реально так общаются. Ну, да. Ну и, значит, они давай, значит, друг друга молотить пивными своими баклажками. Вот. И в итоге один орк так другого сильно долбанул, что тут споткнулся и грохнулся прямиком в эту гребаную яму. Прямо он упал. А там стоят гвардейцы, которые собирались уже оттуда вылазить. И он как бы, а он лежит такой, типа, поругался, смотрит, а там людишки. Такой, у людишек туннель!
И, значит, второй туда же тоже прыгнул. Капрал, который этой высадкой там, типа, командовал, говорит, назад отступаем. И, значит, гвардейцы толпой ломанулись в этот туннель. Орки, значит, за ними. И давай их, короче, там мутузить в этой тесноте, темноте, пролезать как-то, бегать по этому лабиринту. А Ван Виттен, они наверху стоят. И он слышит, там шумы начались, значит, орки начинают стрелять там в этом туннеле из своих шут, кидать гранаты, там все начинает обваливаться, обсыпаться. Но оркам пофигу, потому что они здоровые же, они там пролазят. Вот. И Ван Виттен слышит выстрелы и понимает, что орки уже сейчас придут сюда и будут вылезать на поверхность. А там, значит, начинают ломиться солдаты уже. А как бы орки близко, и он своим, значит, солдатам говорит, что типа, ребята, типа, дело такое, сейчас орки вылезут. Тащите сюда все, что есть, остались кровати какие. Закрывайте эту дырку и садитесь сверху. И набиваются, значит, люди сидят, значит, орки поубивали там всех внизу. И давай ломиться снизу в этот туннель. А они держат, как бы не пускают этих орков туда, а там уже шум, гам. И Ван Виттен говорит, ну, типа, что делать? Все, короче, вооружайтесь, план наш накрылся. Поэтому, значит, все вооружайтесь. Мы сейчас, у нас стеночка вообще-то была разобрана из кирпичей. Вылезаем во двор. И валим во все разные стороны, кто как угодно, потому что туннели скомпрометированы, орки сейчас вылезут отсюда, мы их не можем снизу удержать. Вот, они там, значит, эти кровати ломятся снизу, значит, такие, вот, и понятно, что там люди, которые остались в туннелях, они все мертвы, орки там их всех поубивали. Ну и, в общем, говорят, что делать? Дыру закрыли, вот, и все через стеночку сейчас разбегаемся, потому что, ну, они же находятся в закрытой камере. И если орки сюда вылезут, они просто всех убьют. Так. Естественно. Они говорят, ну что, типа, разбегаемся, создадим, ну, хотя бы видимость какой-то паники, что там, не знаю, орки снизу вылезли у нас. Типа, может, они подкоп сделали, орки, и хотели нас убить. Может, они тупые, не догадаются. Вот. Ну и, значит, собирают они все, что у них там есть. Молотки, доски какие-то. Значит, Ван Виттен там берет эту пилу. И говорит, что готовы, ребята. И, значит, они выбивают эту кирпичную стену, которую они раньше уже расчистили. И выбираются, в общем, во двор. Начинают разбегаться в стороны. Вот. Солдаты все разбегаются по лагерю. Все стреляют темно во все стороны. Орки с вышек начинают стрелять. Из туннеля, значит, выскакивают два орка. В это время в камеру врываются тюремщики, так, которые отвечали за это. Смотрят, людишек нет, в камере сидят два орка. Они им сначала взвесили как следует пьяным. Вот. А потом, собственно говоря, поняли, что людишки сбежали через дырку в стене. Варбос тоже проснулся, вылез оттуда, значит, ходит по всему этому лагерю, кричит, что ловите людишек, не дайте им сбежать. В итоге начинают бараки орки забрасывать гранатами, гвардейцы разбегаются. Ну, куда, за колючку не убежишь. В итоге загоняют их, значит, в угол всех. Причем босс бегает по лагерю и кричит, что людишек не трогайте, только не убивайте. Вот. И кого-то, конечно, придавили, кого-то убили. Кто-то там, значит, один солдат пытался на орочи мотоцикле уехать. Орк приходит такой, он пытается его завести. Он такой, типа, ну ты же не орк. Что ты тут пытаешься-то? Это не так делается, да, говорит. Надо быть больше орком. И бошку ему сворачивать тихонечко. И смотрит, никого нет, прячет его за мотоцикл, дохло и уходит. Типа такой, ну, ладно. Ну и, в общем, в итоге восстанавливают они порядок, людей всех загнали в угол, ну и приходят в арбот разбираться. Кто из вас паршивых людишек это сделал? Ну-ка, говорит, где тут ваш босс? Ван Виттен выходит, я, говорит, босс. Ты босс? Да, я, говорит, организовал этот побег, и я несу, говорит, за это полную ответственность. Вот такой, и подходит к нему, значит, хочет его клешнёй, значит, схватить, как он обычно. Ван Виттен видит эту клешню жуткую, ну, стоит, не двигается, смотрит ему прямо в глаза. И, значит, когда тот уже его хочет клешнёй, он начинает на него орать, тоже орёт на этого орка, и клешня такая, раз, останавливается. Босс такой смотрит на него, такой, у тебя, типа, есть, гад, ну, типа, стержень в тебе есть. Да-да-да. Да, говорит, хоть ты, говорит, не самый большой, но... видимо, самый действительно здесь стойкий. Ну, как говорят ребята, унесите-ка его. Сейчас мы с ним поговорим по-орочи. И, значит, два орка к нему раз. И, значит, за руки, за ноги и куда-то потащили. И на этом заканчивается еще три главы нашей истории. Остается еще у нас вот ровно четыре главы на финальную часть. Узнаем конец приключений.
Ну да, такое приключение на 20 минут буквально. Приключение на 20 минут, да. Ну, тут все сосредоточено вокруг, конечно, побега, но самое прикольное, что вот орков там действительно интересно показывают. Да, 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 да. То есть я давно, ну, вообще мало про орков книг, если вот Брукс, Хейли писали парочку романов, ну, то тут хотя бы рассказ, который показывает, как они внутри между собой там общаются, как весело живут. Очень весело, на самом деле. Ну и то, что он заорал на него, в принципе, было... Это тоже, да. Ну, сейчас мы узнаем, что же из всего этого вышло. Вот такая вот история. Вам большое спасибо. У нас сегодня короткая часть получилась, потому что в книжке, как ни странно, 11 глав. Получается, у меня 4 в первой, 3 во второй и, соответственно, 4 в финальной части. Она будет, конечно, побольше. Чтобы у нас как-то хоть сохранить баланс. Да. Ну, вам, надеюсь, интересно. Так что спасибо за просмотр. И скоро уже финал. Ждите. Пока-пока. Пока. Самое крутое впереди. До него осталось полпути.